Добрый вечер. В эфире информационная программа «События» в студии Нина Спиридонова. Сегодня в выпуске. Республиканская акция «Профсоюзы детям» продолжается. Районная профсоюзная организация работников государственных и других учреждений поздравила первоклассников. Будущее Беларуси – это мы. Под таким девизом речичан собрал спортивный праздник. Завтра Речица отметит День города. Теперь на эти темы более подробно. В преддверии 1 сентября Речицкая профсоюзная районная организация работников государственных и других учреждений провела благотворительное мероприятие. Состоялось оно в рамках республиканской акции «Профсоюзы детям». По традиции праздник для ребят, посвящение в первоклассники, прошел в Центре творчества детей и молодежи. На сцене актового зала для будущих первоклассников развернулось действие с участием сказочных персонажей. Чтобы проводить ребят в страну чудес, страну знаний, к ребятам прибыли девочка Алиса и королева из любимой многими сказки «Алиса в стране чудес». Путешествия в страну знаний сопровождались танцевальными номерами, стихами о школе, которые с ярким выражением и большим старанием читали будущие первоклассники. «Ничего еще не знаем, но учиться мы хотим. На урок не опоздаем, без причины не проспим. Мы не знаем, как учиться, когда сесть, когда вставать. Может, ночью не ложиться, чтоб к урокам не проспать. Мы с веселыми друзьями в дальнем школьном корабле поплывем по морю знаний к неизведанной земле. Мы хотим весь мир объехать, вселенную пройти. Пожелайте нам успеха и счастливого пути. Постараюсь я во всем лучшим быть учеником. Рассказали мама с папой, как вести себя за партой. Например, нельзя лежать, парта – это не кровать. Я тоже волнуюсь и даже дрожу. За мамой и папой весь вечер хожу. Поставьте будильник, чтоб нам не проспать. На часиков 6, а лучше на 5. Мне мама сказала, наивной не будь. Я думаю, как мне сегодня заснуть? Ведь ты завтра в школу пойдешь в первый раз. Все завтра меняется в жизни у нас. В сентябре зазвенит первый в жизни звонок. И шагнешь в первый раз ты на школьный порог. И учитель за руку в класс тебя приведет. И за партой начнется первый школьный урок. Ой, молодец. И научимся в тетрадке только ручками писать. И в спортзале, и зарядку будем дружно выполнять. Новую школу надо учить, чтобы папа не жаловался. Я пошнула и в школу хочу. Восторгу мальчишек и девчонок вызвало представление с веселыми клоунами Али и Дюшей. Дети с большим удовольствием приняли участие и в игровой программе, в завершении которой клоуны вместе с мальчишками и девчонками поздравили с днем рождения Виталия Бельцова и Ангелину Пыр. От имени районной профсоюзной организации работников государственных и других учреждений Общественного объединения «Беларусь» со словами напутствия и поздравления к присутствующим на торжестве обратилась Светлана Бадюля. Дорогие девочки и дорогие мальчики, я хочу вас поздравить с вашим замечательным праздником. Впервые вы встанете за школьный порог. У вас будет первая учительница, первый учебник, первая тетрадь, которой вы будете писать самые красивые слова. Папа, мама, как я люблю свою родину и много-много чего интересного. Дорогие родители, я хотела бы вам пожелать, чтобы вы были помощниками своим детям, чтобы вы были друзьями своим детям, чтобы вы их понимали.
И, наверное, вы обратили внимание, что ваши дети очень скромные, но они очень много чего знают, очень много чего умеют, и только мы, взрослые, должны в этом их развивать. От общественного объединения «Беларусь» Светлана Бадюля подарила подарки детям, родители которых являются членами «Белой Руси». Также всем мальчишкам и девчонкам, которые пошли первый раз в первый класс, вручены школьные принадлежности, сладкие подарки и билеты на посещение кинотеатра «Беларусь», где для ребят демонстрировался мультипликационный фильм. Кульминацией праздника стало выступление солистов образцовой студии «Фиеста» Центра творчества детей и молодежи. В Рещицком районе развитию физкультуры и спорта всегда уделялось внимание. Продолжается эта традиция и сегодня. На протяжении нескольких лет летом на площадке у конно-спортивного комплекса в деревне Озерщина проходит спортивный фестиваль «Будущее Беларуси – это мы», девиз которого «Растем спортивными, вырастаем здоровыми». Яблоневый сад деревни Озерщина стал площадкой для семейно-спортивного праздника «Будущее Беларуси». Там и в разного рода состязаниях приняли участие дети вместе со своими родителями. Пусть в забеге малыша участвовало немного детей, но эта эстафета стала ярким событием спортивного праздника. Внимание! Марш! Внимание, все машинки вам! Мы все потеряли, выходи на старт! Более старшие девчонки и мальчишки покоряли версту, пролезали сквозь паутину, ныряли в колодец. Им предстояло преодолеть трассу с дистанцией около 200 метров, состоящую из 10 препятствий. Победил тот, кто был быстрее, более ловким, выносливым, решительным и, конечно же, верил в свои силы. Желание родителей вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым, естественно. А лучше пропаганда здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом всей семьей, участие в праздниках и развлечениях. Мы семьей. Малыш был в первом забеге, в первой зоне. Старшая была в третьей зоне на забеге. Очень интересно, спортивно, весело. Молодцы. Организовали хорошо, для детей было супер мясо. Много интересного, познавательного. Все интересно. Познавательных много вещей. Дети вот узнают, как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях. Пожары, какое-то другое бедствие. Сотрудники объясняют, рассказывают. И родители, и дети узнают много чего. Весело. Вот старших не взяли с собой зря. Для более старших. В рамках спортивного мероприятия прошли познавательно-развлекательные туры. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям познакомили ребят с техническим обеспечением пожарных спасателей и напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. О детской безопасности. Самое основное в связи с событиями, которые происходят, в связи с трагедиями, которые происходят, хотелось бы еще раз напомнить основные правила безопасности именно родителям и именно детям. Это как вести, как не допустить, чтобы не случилось беды именно лично. Это и детская шалость с огнем, это и правила безопасности на водоемах у нас, конкурсы различные, это и выпадение сокон, это и другие чрезвычайные ситуации. Завершилось мероприятие велогонкой по пересеченной местности МТБ кросс-кантри на 15 и 50 километров.
Ежегодно в сентябре славный город Речица отмечает свой день. В нынешнем году он пройдет 7 сентября. В этот день речичан ожидает много интересного. На разных площадках пройдут праздничные мероприятия, ярмарки, народные гуляния, спортивно-развлекательные акции, выставки и концерты. Также состоится районный этап республиканского молодежного конкурса «Автоледи-2019». Будут работать интерактивные обучающие площадки в рамках единого дня безопасности от субъектов профилактики. Праздничный фейерверк состоится в 22:00. На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждут метеоновости. А видеоматериалы городской жизни вы также можете найти на нашем сайте televid.by. Всего доброго, приятных выходных!